Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и буквально пару часов назад по поводу вот этого мини-квеста я выставил свое видео, после чего на меня понесся просто дикий шквал критики, огромное количество нецензурной лексики и оскорбительных обращений в мою сторону, в первую очередь из-за того, что я якобы занимаюсь кликбейтом, ввожу в заблуждение, вру, короче говоря, все что угодно делаю, вот такая вот я пакость ходячая по данной земле. Что касается фактической ситуации, фактическая ситуация следующая. Утром стартовало соответствующее событие от Megadis. В новостной ленте было четко указано по поводу того, что компенсация за каждый коллекционный предмет из вот этих 6 штук будет составлять 50 тысяч свободного опыта. Когда я записал видео, выложил его с соответствующим превью и пошел по своим делам, с телефона я зашел в творческую студию, увидел комментарии по поводу того, что в моем видео есть несовпадение в отношении валюты компенсации. Зашел в игру, перепроверил, да, действительно разработчики эту цифру поменяли, ну и соответственно я стал козлом от. Я с телефона смог только поменять описание к видео, поскольку для того, чтобы сменить превьюшку к видосу, необходим персональный компьютер, на котором есть соответствующая программа. И только добравшись домой, я смог поменять в том числе и превьюшку к данному видео. Что же касается всей ситуации, то я через Discord, как видите, обратился к разработчикам, написал, что ситуация крайне неприятная, потому что я успел анонсировать своим зрителям одно, ну а теперь по факту будет другое, и я выгляжу дебилом в их глазах. Мне очень сильно не хотелось бы, чтобы вы имели обо мне мнение как о плохом человеке, который врет, вводит в заблуждение. Я не кликбейтер, никогда этим не занимался за все время существования канала, это более года, и навряд ли среди зрителей найдется хотя бы один подписчик, который скажет, что кликбейт на моем канале когда-либо был. Я уважаю себя, но в первую очередь я уважаю тех людей, которые поддерживают канал в его развитии своими подписками и своими просмотрами. Ни в коем случае никогда не введу никого в заблуждение, никогда не обману и никогда не порекомендую что-либо, что сможет вас расстроить. Поэтому надеюсь на ваше понимание, исключительную человечность, ну а в первую очередь обращаюсь к тем хейтерам. Ребят, умейте уважать других людей и умейте смотреть не поверхностно. Пытайтесь докопаться сначала до сути, ну а потом уже высказывать свое хамское мнение. Спасибо вам большое за внимание, спасибо большое за понимание. Я надеюсь, что среди вас есть те люди, которые видели 50 тысяч свободного опыта в описании к данному ивенту и поддержите меня в комментариях. Я стараюсь ради вас и надеюсь на вашу поддержку меня и моего канала. Спасибо вам большое. Мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.